разные просто клинки, не один и тот же, а разные сабли там, клычи, мечи, японские также, мачете, топоры бывают. Ремесло свое люблю, уже 20 лет в нем. Когда особенно откуешь и потом видишь это изделие, соответственно, ну, мне нравится, так сказать. Назад работал в кузне, а шеф, кузнец, был отчасти ювелиром. И как бы мне понравилось его изделие, и с него все и пошло. Он мне какие-то азы задал ювелирного дела. Понравилось то, что делает человек, и захотелось попробовать тоже. Попробовал, понял, что он что-то там это, могу. Дальше больше. Начал развиваться. Шашка лучший подарок, и не только для мужчины, как и для девчонок. Девчонки сейчас тоже занимаются фланкировкой и рубкой лозы. А лучший подарок, наверное, потому, что она может стать реликвией и передаваться из поколения в поколение.